Привет, друзья! На днях красавец-актер Кадир Доулу, который в браке с 2016 года с талантливой и прекрасной актрисой Неслиан Атагюль, привлек внимание социальных сетей откровенным интервью. Кадир Доулу рассказал о своей личной жизни в прямом эфире Хакана Гедже на канале YouTube. Кадир Доулу рассказал о том, что он почувствовал, когда впервые увидел свою жену Неслиан Атагюль. Прежде чем мы с вами перейдем к самой интересной части интервью, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы всегда быть в курсе событий. Как бы ты описал ваши отношения с Неслиан, задал первый вопрос Хакан. Кадир Доулу отметил, что в отношениях важна бдительность, взаимопонимание и уважение друг к другу. Нужно стараться слышать человека и понять его, так как не всегда можно правильно понять со стороны своего партнера. А будучи внимательным и бдительным, можно строить прекрасные и здоровые отношения. Как бы ты описал свою любовь к Неслиан? Кадир ответил словами поэта. Чтобы описать мою любовь к Неслиан, не хватит и слов. Неслиан – самый прекрасный человек в моей жизни. Все прелести жизни и все самое прекрасное может показаться рядом с Неслиан пустыней. Любовь – это единственное, что может иметь человек. Слово «ашк» на турецком означает «любовь». Кадир расшифровал таким образом. Буква «а» означает «ум», буква «с» – это сознание, буква «к» означает «след», то есть знак, то, что остается у человека в памяти. Конечно, такой ответ вызвал бурю эмоций, в том числе у автора канала Хакана. «Ты словно поэт. Откуда у тебя такой талант? Какие книги ты читаешь?» – спросил Хакан. Кадир в юношестве не читал романы, что родителям Кадира не нравилось, и они обижались на него. Кадира интересовала история, реальные истории людей, автобиографические книги, ведь жизнь каждого человека уникальна и неповторима. И чтобы понять, что побудило автора написать ту или иную книгу, необходимо изучить биографию писателя, сказал Кадир. Какое мнение у людей складывается о тебе при первой встрече? Многим людям я казался тщеславным и холодным человеком, но пообщавшись со мной поближе, конечно, мнение у них поменялось. Следующий вопрос Хакана. Если бы у тебя была возможность разместить в социальных сетях фото TBT, что означает архивное или старое фото, какой момент в твоей жизни ты хотел бы пережить заново и показать всем? Наверное, это была бы фотография моего рождения, момент появления на свет. Ведь если бы меня не было, я бы не смог этого всего добиться. Ну и, конечно же, момент, когда я впервые увидел Неслиан. Этот момент был очень сильным. Я не знала, как сложится дальше, но наше желание, которое исходило из ее глаз и из моего сердца завязала наши отношения. И я был уверен, что это желание было обоюдно. Ну что ж, друзья, это было действительно откровенное признание от Кадира своей жене. Кадир и правда настоящий романтик. Напишите в комментариях, интервью еще каких турецких звезд вам было бы интересно посмотреть. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить все самое интересное. До новых встреч, друзья!